Сегодня за 2 часа мы будем строить настоящий зоопарк с животными. Посмотрим, у кого получится самый крутой зоопарк с самыми крутыми животными. Я построю хижину с пингвинами, ёпти. Наверное, у вас получится очень даже крутые зоопарки. Посмотрим. Всегда мы начинаем битву строителей с эпичного салюта. Сегодня мы отправим в космос этого огромного зэга. Поехали. Вау! Вот это да! Зэк! Начинать строить. Каждые 30 минут я буду ходить и смотреть, что вы там построили. И в конце мы будем оценивать ваши постройки, смотреть ваши постройки и все такое. И жить в наших постройках. Да. Тридцать минут прошли. И как я обещал, я буду смотреть, что вы тут делаете. Зоофокс. Леса из зоопарка. Тут есть снег, трава и забор, через который я могу перепрыгнуть. А, значит, я могу сбежать, а лисы не смогут, да? Они же все разбегутся и все. Ну ладно, туалет стальной. Это касса. Ну да, касса и туалет, в принципе, очень похожи. Страшные клетки, он посадил их в клетку. Ну как же плохо. Не могу, если у них будет центр, где они могут гулять. Потому что я сам лиса, а я на свободе, поэтому я сбегаю. Здесь у нас есть кролики, они кушают морковку, а здесь у нас есть лисы, они плачут. Спят, они спят. А, а мне показалось, что они плачут. Ух, почему ты так, так печально смотришь на все вещи? Я драматизирую, потому что Фау-портал явно что-то задумал. Он их посадил в клетку, но они сидят в клетках. Ты не понимаешь, если ты был в реальном зоопарке, ты бы видел еще хуже. Да? Они там в машинах сидят и в клетках одновременно. И скажу так, зайцы так-то сидят в маленьких клетках. На свободу, лисы! Ваа, буф! Выходите скорее, не бах! Выходите, кролики! Почему так они не торопятся? Нет, они я спят. Понял, ты им дал какое-то это средство, и теперь они даже двигаться из-за тебя не могут. Они спят, ты не понимаешь? Нет, не бей меня, нет. Я тебя тогда загрызу. Так, Агуша у нас тут что делает? Агуша, привет, ты что делаешь? Привет, я делаю лиса. Я делаю зоопарк из лесов. Почему вы все лисов делаете? Лисы красивые. Почему, Агуша, у тебя лиса такая жирная? Это лиса, которая наелась ватрушек. Вообще-то, барьер только для одного пингвина. Вот он маленький. Тут будут пингвины жить? Да. Один пингвин. Королевский пингвин. Нет, императорский. Еще один пингвин? Подожди, это другой вид пингвинов. Это Мазда пингвин. Я настоящий пингвин. Да, ты императорский пингвин, а он маздовский пингвин. Такие вообще бывают? А. Смотри, ты там построил зоопарк для пингвинов, он тоже зоопарк для пингвинов построил. Ну да, что мы же двоем пингвины. Что ты имеешь против пингвинов? Он сделал горку для пингвинов. Еще он сделал тортик для пингвинов и бассейн для пингвинов. Еще да, этот, делают... подушечки, на которых будут спать пингвины. Да. Еще он делает самого пингвина. Это как, пингвин делает пингвина? Да. Как это? Вот такой процесс рождения пингвинов. Не знал, что ли? Только кнопку не трогай. Не трогай осторожно. Ну, конечно. Сейчас опять. А я думаю, я подорвусь, а там мой сосед подорвался. Делаю тоже клетки и... Зачем вы все строите клетки? Это же и так бесплатно. Нет, у нас не клетки, у нас, ух, у нас не клетки, у нас вольеры. Чё? А вот тут делаю здание, чтобы тут пингвины жили. О. Мне скидывают видео, как правильно съесть пингвина. Знаешь, что я им могу сказать? Ну? Искусственный интеллект сказал, как приготовить суп из лисятины. А вот тут будет посередине фонтан. Фонтан? Да. Это все, что вы построили за 30 минут, и мы придем к вам еще раз. Тридцать минут прошли, сейчас я буду смотреть, что вы тут построили. Так, это вольер с вот такими вот чудесными пингвинами, которые без хвоста. Это вид пингвинов Мазда. И вот, и здесь есть вот такой вот небольшой водоемчик для них, бассейн, который я построил. Здесь есть три пингвина, которые пытаются прыгнуть, которые плавают и которые, да, уже сушатся. А вот здесь вот, и пройдемте за мной, любименький Угеймс. Так, а здесь вот они едят конфеты, да. Знаешь, тут уже здесь можно в прятки играть. Вот ты встань и не двигайся. Даже незаметно, нет никакой разницы. Вот ты и он.
Ну вот, я же говорю, это супер пингвины. Вот здесь тоже небольшой водоем. Вот здесь гора, на которой лежит пингвин. А почему он лежит? А потому что он думает о чем-то. Ну а здесь вот, да, здесь вот горочка. И все. Так, ну теперь пингвин. Императорский пингвин. Так, императорский пингвин. Это ты расскажешь про свою постройку сам? Да, все это время я устроил вот этого пингвина. А тут рыба, тут горка, но она не изменилась. Тут льдины. Ну, льдины, да. Вот. Маленькая льдина. Маленькое озеро замороженное. Вот Зэк, в честь тебя. Смотри, короче, ты где? Смотри, у нас вот такой, у нас стало тут покрасивее. Мы потолок сделали. У нас появился Atomic Heart целый тут. Вот будет кладовка, и тут можно попить водички, если хочешь. Странная вода? Ну ладно. А что тут фонарный столб делает, который должен быть? Фонарные столбы, это для освещения, на них типа лампы. Ага, и их прям внутри, да, надо ставить? Тут у нас да, такой да, да. Красный ковер элитный. По которому могут ходить императорские пингвины. Я тебя не впускал, пингвин. Ладно, идемте дальше. Так, смотри. Жестоко, ну ладно. Здесь у нас продолжается туннель. И вот здесь уже в клетку. Я согласен. Почему они в таких мрачных клетках? Вот я тоже ему говорю. Тут зима, столько стало холодно, то что они повалили елку и зажгли костер. Давай вот этот. Ты будешь вот этот. Вот этот, потому что он сидит какой? Такой крутой. Хорошо. Добро пожаловать в мой зоопарк. А, тут я делаю лого, вот. Тут я им сделал горку, вот. Тут я им домик сейчас сделаю с кнопкой. Тут пока что еще не работает фонтан. А вот, тут такие? Жираф. Странный динозавры, какой-то. Динозавры, что ли? Это жираф-змея. Жираф-змея. Нет, сказал бы там динозавр. Это же зоопарк. Вот, а это лошадка. Динозавры не животные, что ли? Ну, это динозавры. Динозавры — это рептилии. Ну вот. Это лошадка. Вот. Такая большая лошадка. Да, я ее у этого. Как там его? Добрынич Никитич. Да. Смотри, пингвин, вот. Какие тут пингвины клевые. Даже круче твоего. Санта. Очень похожи вы вообще. Ну да, похоже. Это самодельные пингвины, я их ниоткуда не воровал. Прям. Они... Вот именно, ты их не воровал, а ты их даже не звал, а я их всегда могу позвать. А я их не звал, они сами ко мне пришли. Они знали то, что у меня удобнее дом. Ну, они ко мне тоже приходят. Это игла такая, типа, домик. А, игла? Ну, иглу, короче. Вот, иголка. И все. И все. Скажем, клеткам нет. Здесь у нас имеется лиса. Страшно, кажется, тут зубастый. Это те самые лисы, про которых Арконус в своем городе говорил. 20-тонные лисы, которые атакуют город, и от них надо отбиваться. У них зеленые глаза. Вот этот может быть еще нормальный. Нет, он. Пингвин, стой там. Он хочет съесть пингвина, и он вот так прицелился. О, смотри, эта лиса взяла палку, чтобы прибить тебя. Почему именно меня, вот скажи? Потому что самый маленький, меня она не прибьет. Они агрессивны, у них зубы есть, представляешь? Лиса. Мы проходим сюда и видим лисы, которые живут у нас, то есть у нас там на полянках в лесу. Там есть... вот этот лис ух. Можно зайти в инвентарь посмотреть? Дай я посмотрю. Дай вот посмотреть выходим, на самого да. себя. О, вон, смотрите, даже в очках крутых. Вот это ух. А меня не сделали, у меня по этой депрессии. Тут есть сидящий лис, который сидит вот тут вот. Помимо тебя, здесь есть обычные стоящие лисы, которые стоят. Лис мне так прям в душу смотрит. Смотри. Я ему что-то сделал, как будто. Туда не ходить, Агуша, ты как мог?
Ладно, давай досмотрим твою постройку, а потом взорву. Не было костра, в итоге они срубили елочку и зажгли ее. У тебя лис слишком умный, они его подожгли. Если ты сейчас предложишь вариант с палочкой, где ее надо тереть, то тут не подойдет первое, это потому что тут холодно, а второе, потому что тут у них лапки. Смотри, во-первых, смотри, какие они толстенькие. Они вот так вот дерево взяли и вот так вот его оттолкнули, оно упало. Лис поел перчика. Его зажгло рот. Очень странный запах. Куда пингвиня понял, стой. Надо его спасти отсюда, а то они опять его зажарят. У Агуши 39 очков из-за того, что он смотрел шорты и обещал плюс 1 балл, так что... Это зоопарк пингвинов. То есть. Да, идите, мы тут консультанты. Здесь огромный пингвин, который говорит, что надо зайти в много здесь конфет. Торт. Да. Которые в прошлом видео. Они были еще маленькие, а сейчас они уже выросли. Теперь здесь... в первый большой отсек проходим. Так. Вот пингвин такой. Еще два крутой. Пингвина. Вот еще один пингвин. Так. Закрыли. Пингвин, беги, пингвин, беги. Это прям хороший отсек большой. Пройдемте в самый главный отсек. Это вот большой отсек такой. Это пингвины. Вот здесь, короче, пингвин с тортиком, либо еда. Вот здесь пингвины на горке катаются, так же, как и мы катаемся на горке. Это горка, которая работает без стульчик. Ну да, только у пингвинов она хорошо работает. Здесь пингвины делят конфеты по пингвинам. Есть такой прекрасный водоемчик маленький. Вот тут вот. За ватрушкой. И еще вот здесь вот такой небольшой бассейн тоже. Здесь три пингвина. Есть вот такая сказка, вот штука. Сказка «Три пингвина». Да. Да. И вот еще, смотрите, вот здесь еще такой прекрасный заборчик. И пустое место. Вот забор. Тут какая-то дырка, в которой я пролазил. Где дырка? Я под горкой теперь. Отойди, ватрушка. Рил. Да это для уха логово. Это специально так и задумывалось. Это прекрасный такой заборчик с пустым местом. Ну, в общем, вот, да, моя постройка. И вот еще, кстати, я забыл про мечи упомянуть. Это чтобы, если на нас напали лисы, то мы их быстро порезали, да, и поджарили. А это кто? Почему он лежит? Он смотрит на потолок. Это пингвин. Тут надо переворачиватель пингвинов. Где тут переворачиватель пингвинов? Ну, давайте оценим это пингвинское царство. Вот этот зоопарк. Так, получается у тебя 41 очко. Так, а теперь мой вольер, да. Это пингвинский зоопарк. Тут у нас пингвин спит. Он наелся рыбы, на него не... которая да, больше не да, да. Это вот, чтобы на него не капал дождик, такая, ну, типа, крыша. Тут сидит зэк, наблюдает за этим всем и улыбается. Ему очень нравится, вот. Да, значит, он ставит 10. А вот тут катится пингвин с горки, а тут его ждет другой пингвин. Тут озеро, в которое они должны прыгать, но они в него прыгнут и будет им плохо. Да, мне бы. Давайте оценим зоопарк императорского пингвина. Плюс 1 балл еще. Да, у императорского пингвина императорская оценка 45. Плюс 1 46. 46. Это зоофокс. Скажем, клетку нет. Ладно. Тут у нас очень много лис. Лис, который вбился в снег. Лис, который отдыхает. Лис, который еще больше отдыхает. Лис, который спит с палкой, чтобы ударить кого. Еще один лис, который хочет съесть зэга. Еще один лис, который спит. И другой лис, который смотрит на лиса, который спит. О, как он на дерево забрался. Видишь, у этого лиса голова тут, да? Смотри, это продолжение этого лиса. Это так. Он телепортнулся, он, короче, закопался вот здесь вот, тело вот так вот свое проковылял и вылез вот здесь. Давайте оценим это 43 очка и плюс 1 очко за шорт, это 44 очка. О, впервые в постройке нормальная табличка зоопарк. Одни лисы да пингвины. А тут зато кролики. Ну ладно, значит бесплатно, раз никого там. О, здесь прям вот так проходишь и тут кто-то. Красота. И большой ух с табличкой красный. А у меня есть вопрос. А как рыба плавает там, где ух? А что это там? Какой вопрос? Писаться. А и тут по отдельности сидят зайцы и лисы. Но в одной комнате есть лисы и зайцы.
Мне кажется, лисы должны съесть зайцев. Нет, это зайцы должны съесть лисов. Тут заяц больше лисы. Лисов. Нет, наоборот. Так. Смотри, ух, тут зайцы, а тут лисы. Не, вы знаете, если вы поняли, лисы дрессированные, и они обучены, что им есть. Мне кажется, у лисов что-то есть, мне кажется, у лисов какая-то тайна есть. Так... Тут спят два лиса, лисенка, а здесь спят два зайца. Хотя, мне кажется, этот заяц и спит, и морковку кушает одновременно. Это как... Так, очень вкусный здесь ковер. Согласен. Так, он пахнет. Статуя меня есть, это хорошо. Давайте оценим этот зоопарк. По порталу у тебя 43 очка и плюс за шорт 44. Юрского периода. Заходим. Тут есть динозавры. В этом зоопарке есть... такой капибара? Большой... Мы видим это жирафы. Это динозавры, это диплодок вообще. Это жирафы. Он сам заявлял, что это жирафы. А это конь. Конь. Ладно. Здесь у нас есть касса. Касса, 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 касса. Ватрушка на кассе. И я сейчас буду за кассой. А здесь холодильник с пингвинами, чтобы им холодно не было. Ой, то есть жарко. О! Вау! Дом прям по размеру! А, это дом для пингвинов. В холодильнике живут пингвины, у них есть своя горка, свой домик. Еще один свой домик. Вот это непонятное, странное. Еще здесь есть жирафы и кассы. Передаю привет модератору Николе и Артиплейзу, и даже всем моим друзьям, которых я нашел на сервере U Games. Так что да, всем привет. Передаю привет Персику и Кириллу 228. Понятно. Передаю привет модератору Николе. Передаю привет МР деду. Короче, у нас есть Дискорд-сервер, в котором можно попасть в видео, по ссылке в описании можно зайти. На этом это видео заканчивается. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока, пока-пока, пока-пока.